что ж, друзья, это Выборг и новый день. Еду на съемки, друзья, на съемку, вернее, одну. Сегодня их две. Одна съемка – это крещение в Глебычево, а другая съемка – венчание в Кондратьево. Совершенно в разных сторонах. На две съемки одновременно я не успеваю, поэтому я сейчас завезу камеру на опарнику. Он поедет на крещение, а я поеду на венчание. Вот оно у меня пораньше, поэтому я сейчас буквально завожу и сразу еду туда. Вот, то есть сегодня снимаем венчание, друзья. Уже скоро подъедем. Красивая дорога, хороший асфальт. Так, тут будем сворачивать. Заедем наверх. Там сейчас вон, я так понимаю, крещение было. Здорово. Расскажу вам немножко, как съемка будет происходить. То есть у меня одна основная камера, это фотоаппарат, вот на таком штативчике, Nikon D800. То есть основная картинка снимается на него, но так как во время церемонии приходится немного перебегать с места на место, так скажем, с одной точки не поснимаешь, церковь достаточно маленькая, и в начале церемонии все стоят, ну, в узком коридоре таком, и там просто, ну, если я сразу далеко отойду и буду оттуда снимать, не поделать крупных планов будет, поэтому мне придется немножко подходить поближе, вот. А для того, чтобы потом мне, ну, перебивать, так скажем, вот эти мои движения все, было чем перекрыть, я оставлю вот такую вот еще одну камеру GoPro-шку. Она будет общий план давать в ней, то есть она будет стоять на месте, жестко зафиксирована, то есть и всю церемонию будет бомбить все, что происходит. Вот. И, соответственно, в моменты, когда я перехожу с места на место, я буду брать картинку с нее. Также я поставлю вот эту камеру, Соньку, это будет, ну, третья камера. Тоже направлю на общий план, то есть у меня будет два запасных кадра на перекрытие тех моментов, когда я буду переходить с места на место, чтобы картинка была стабильная и все такое. Вот. Также фотоаппаратом я планирую поснимать крупные планы, средние и... Ну, как бы планы в рост, да. Поэтому мне придется несколько, ну, достаточно много двигаться, да, и вот эти две камеры мне очень пригодятся. Это в том случае, если мы снимаем церемонию и хотим оставить ее, ну, то есть, так как она идет. То есть, если идет она 40 минут, да, 40 минут и будет. Просто будут красивые планчики, четкие, без всякого там беготни, так скажем, с камерой, да, и движения. Ну, может быть, на штативе я так немножко полетаю, чтобы так разбавить атмосферу. Но это как получится, уже по ситуации буду смотреть. Также я взял с собой, что я взял. Сейчас посмотрим. Да, положил, главное. Так. А вот. Вот такой вот диктофончик. Zoom. Да. Он мне нужен чисто только для звука. Его я куда-нибудь в центр поставлю, и он будет писать звук. Так как там... То есть на предыдущем венчании я был... Очень хорошо пел хор, да.
Хочу его, ну, то есть поближе к хору поставить, ну, так скажем, какой хор, три девушки там пела и сам батюшка, да, то есть все это красиво очень звучало, и чтобы, так скажем, у нас был качественный звук, да, так сами понимаете, на фотоаппарат он не прямо там, а, да, шедевральный получается, так, вот, а диктофончик мне позволит записать качественный звук. Поэтому вот как-то так, друзья. Сейчас я жду, пока подъедут уже те, кто будет венчаться. И, соответственно, приехал к церкви заранее. Сейчас вот, видите, пока никого там нету. Сейчас буду, установлю оборудование, уже сразу приду. И, соответственно, у меня уже все будет готово к съемке. Я только с фотоаппаратом начну с улицы, потом, соответственно, зайду внутрь. А там у меня уже будут стоять две камеры и диктофон. Вот как-то так, друзья. Так, ну ладно, пошел готовиться, а то уже время, наверное, поджимает. Скоро они подъедут. Ну, в общем-то, друзья, вот так все это выглядит. То есть одна камера у меня вот там зафиксирована. На фотоаппарат я снимаю примерно оттуда. И одна вот здесь находится. Слежу я за этими всеми камерами, вот по этой штучке, смотрю, тут заряд, тут картинка. Вот это. Скоро уже начало, и, соответственно, будем снимать. Доброе вино полагает, и когда упьются, тогда хущее, ты же соблюл, если доброе вино доселе. Все сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейской. И славу свою, и веровавши в Него, ученицы Его. Все сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейской. И славу свою, и веровавши в Него, ученицы Его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Горцем все от всей души, от всего помышления наше горцем. Господи, помилуй. Ну, собственно, отснял венчание, все вроде получилось, все хорошо. Они там еще и едят торт. Меня угостили, за что спасибо. Вот. И поехал я домой. Ну, в магазин еще заеду, и потом домой. Таксисты у нас все-таки вообще бешеные какие-то. Сейчас вот таксишка была, служба 3-3-3-3. 087. Номер. Там не запомнил, что дальше. Пипец. Ограничение 40 знак стоит. Он хера, ну, как бы херачит. Сзади, так скажем, бибикает весь. Я еду нормально 40. Он разбибикался, пипец какой-то, просто невероятный. Как будто он там это... Жена рожает, наверное. Не делайте так никогда. Соблюдайте правила дорожного движения. И все у вас будет нормально. Так, сейчас я в старом городе нахожусь, недалеко от студии. Решил зайти в лавку вкусностей. Купить надо чаек. У них очень вкусный чаек продается. Короче, с иван-чаем такой интересный. Сейчас, короче, куплю и покажу вам, как выглядит упаковочка. Очень вкусный, постоянно пью, у них беру. О, там очередь, правда, из туристов большая. Так, сейчас я в старом городе нахожусь, недалеко от студии. Решил зайти в лавку вкусностей. Купить надо чаек. У них очень вкусный чаек продается. Подожди.
короче, с Иван-чаем такой интересный. Сейчас, короче, куплю и покажу вам, как выглядит упаковочка. Очень вкусный, постоянно пью, у них беру. О, там очередь, правда, из туристов большая. Хочешь грец, имбирь с тобой. Корица с яблоками. Вкусно вообще. Ну, в общем-то, вот такой вот чаек купил, значит, 100 столбушинский чай. Яблоко, сочный фрукт. Иван-чай, короче, с сушеными яблоками и корицей. Очень прикольный, я думаю, будет вкус у него. Потому что я какой-то другой брал, не помню какой. Просто Иван-чай с... Иван-чай с имбирем брал. А этот вот попробуем с корицей. Город Выборг, Крепостная улица. Тут вот 5, а она немножко подальше туда вот. Не знаю, наверное, 5 и есть. Или 4, или 6. Короче, где-то там. Да, кстати, еще немножко по пиарю. Он заваривается не один раз, да, а можно до 5 раз заваривать. Вкус будет как бы еще сочнее, так скажем. Он не сразу отдает все свои свойства. А можно до 5 раз заваривать. И я не знаю, сколько тут грамм. Написано, не написано. Сейчас посмотрим. В общем, не знаю, где тут написано, сколько грамм. А, вот, масса нетто 100 грамм, срок годности 2 года. Не содержит титана и кофеина. В общем, классный чай. Стоит такая пачечка 100 грамм 300 рублей. Так что, кому интересно, можете приобретать. О, в Выборг-Паласе, кстати, остановился посмотреть. Идет «Хитман» и «Перевозчик». Два прикольных фильма. Надо сходить, я думаю. Друзья, только приехал домой, смотрю в почтовый ящик, а там извещение на посылку. Еще одна штука с Китая. С чем я вас и поздравляю. Вы знаете, да, что это значит? Это значит, что будет унбоксинг. Круто. Сейчас пойду получу на почту. Отдел доставки почты. Я иду. Главное с собой иметь паспорт. Ждем. Посылочка, ты где? Что-то квадратное. Пришло что-то очень квадратное. Пойдем, посмотрим потом. Кстати, люблю, когда в это окно приходит отдел доставки. Потому что если в главном здании почты это все приходит, там очередь замучаешься встать, и она там всегда есть. А тут приходишь, всегда никого нету, и спокойно получаешь. Не знаю, с чем это связано. Наверное, женщины постарше работают в этом окне, они побыстрее обслуживают клиентов, уже более опытные. Хотя навряд ли, конечно, с этим это связано. Итак, привет! Сегодня у нас распаковка будет в студии, так как мне понадобился один элемент, так скажем, чтобы вы более конкретно поняли, что мне пришло. Я примерно догадался, что это, так как я не удержался и немножечко открыл все это дело. Но дальше не открывал, честное слово. Вот. И... То есть мне нужна вот такая вот нога. Вот такая нога. Видите? Вот. Если видите, не видите... Вот такая вот. Это моделька Мон, где она тут написана? Вот. Манфрота. Видите, не видите, не знаю, сейчас прочитаю. Модель у нас MVM500A. Вроде, насколько я понимаю. Да. Ну, да, MVM500A.
Вот, это такая для видеографов самая популярная нога на данный момент. И она у меня как бы есть, так скажем. И произошла такая ситуация. Вот видите, у нее тут такие вот резиночки. Вот такие вот резиночки. Вот. И одна из них потерялась. Вот. Видите, потерялась резиночка. Где-то она зацепилась вот так вот. Вот тут у них такие пяточки интересные. Если ты ее будешь нести, она может вот так вот раз зацепиться и потеряться. И вы фиг найдете такие резиночки. Вообще нереально. Обыскал весь интернет. Вот. И сегодня у нас тема распаковки будет, соответственно, резинка для ноги, как это ни странно звучит. Для ноги Манфротта. Вот. А без этой резиночки она, видите, и не будет держаться никак. И очень плохо потом вот эта вот управляемость, если мы ее ставим, очень плохо она крутится. И иногда происходят какие-то непонятные рывки. Вот. Поэтому я перерыл весь интернет. Сначала искал вот ее одну, эту самую резиночку, но нигде такого нет. Поэтому открываем посылочку, друзья. Посмотрим, что же тут. И мне пришла вот такая вот штука. Сейчас я открою. Ух ты, прямо вообще, прикиньте, всего лишь запчасть. Но как упаковано. Крутяк, крутяк. Вот. Открываем. Ну и тут она упакована. Опа! Все, больше ничего нет. Смотрите, даже тут логотипчик. Все круто. Так, ну и, соответственно, вот такая вот штука мне, друзья, пришла. Сейчас посмотрим. О! Вот они. Это тот элемент, который мне нужен. Так, как он работает? Не работает, работает. Все, да, это она. И вот смотрите, сейчас покажу разницу вам. В принципе, да, один к одному. Я думаю, она сюда подойдет. Вот с другой стороны. Угу. Это даже, на самом деле, вот у этой даже площадочка чуть-чуть побольше. Но так, в принципе, совпадают. Угу. Я думаю, да, она подойдет сюда, либо я могу взять и тупо заменить всю площадку. Потому что тут ничего сложного нету, один винт, и все у нас нормально становится. О, вот так вот, видите? И она даже, кстати, пошире. Как здорово. Слушайте, ну, вот подойдет или нет, на самом деле резиночка я не знаю, но если что, можно просто заменить саму площадку. И нога у нас еще и шире будет, чем оригинальные. Так. Ну-ка, давайте я все-таки попробую сейчас сравнить более точно. Угу. Друзья, я думаю, все-таки подойдет, потому что сама вот эта вот часть резинка, она примерно одинаковая. Ой, как бы это взять-то так. Да, одинаковая. По размеру, но кажется больше. Интересно, почему? Угу. Да, наверное, вот эта часть сама, видите, она поуже. Потому что тут шарнир еще встроен, а тут шарнира нет. И она крепится напрямую, да, к планочке. То есть сюда, возможно, то есть не буду предполагать, но возможно эта вот конструкция отличается, по-моему, потому что тут шарнир, который позволяет ее вот так вот поворачивать плавно, да, для панорамки делать, вот. А это она закреплена жестко, тут уже, видите, за место шарнира просто вот такой винт, поэтому я так понимаю, все-таки я только резиночки отсюда возьму и переставлю сюда. Но у меня зато будет еще две запасных, вот. А кому не принципиально, чтобы она вращалась, можете ее прикрутить, в принципе. Я думаю, это не проблема. Так что вот так вот, друзья, вот такая вот распаковочка сегодня, вот такая вот у меня лапа. Так что не теряйте резиночки, будьте внимательны. С вами был Сергей Азаренко и распаковка.
Значит так, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну поставь, тебе ведь не трудно, просто нажми. Я понимаю, что все просят. Но нужно всего лишь просто нажать. И если мы будем все всегда, просматривая любое видео, нажимать, возможно, ютуберы расслабятся и станут просить об этом меньше. Успеха! Еще маленький постскриптум, совсем забыл. Тут еще в коробочке кое-что было. Ключик. Я так понимаю, для всего этого вот в таком вот. Ну, прям помятый немножко, не по размеру коробочки сделаны. Но в таком вот, смотрите, качественно все. Хотя стоит он что-то в районе там 1000 рублей с чем-то. Сейчас покажу, что тут есть. Что же это такое у нас еще тут? Так, ну это просто какая-то вот такая вот штучка. Наверное, модель или не модель, не знаю, что это такое. Не наклейка. О, я могу даже карточку заполнить. И я, наверное, получу какой-нибудь приз за это. Ну и, соответственно, вот такая вот инструкция. То есть вот. Что у нас тут изображено? Ну, я так понял, как его просто прикручивать к штативу. Ничего интересного, и все на китайский. Если вы знаете китайский язык, вы, конечно, можете перевести и написать под видео, что тут написано. Вот. А за сим все. Я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего.